Всем добрый день, с вами Эйла. Мы сейчас в новом лагере. О чем мы тут делаем? А мы тут хотим натворить делов. Вначале поспим, короче. Надеюсь, нас не убьют за то, что мы в другой кровати поспали. Нет, им пофигу вообще. Так, а где у нас Мильтон? Мильтон. Пойдемте просто проверим. Мы просто проверим гору руды. Так, тут вообще охрана? Нет, тут охраны нет. А где Мильтон? Что, вообще не помню такого. Ой, руда. Руда рассыпана. Стоит наемник. Нельзя верить всему. Тут никого нет. Мне кажется, если мы просто руду возьмем при наемнике. Сейчас, секунду. Знаешь, а в этом что-то есть. Ты хочешь сказать? В этом деле главное выждать время, а потом видно. Так что нам надо сделать? Может, тогда в Хармонин пойдем? Текущий меч Уризель. Угу. Да, пока пойдем, короче, к Сардосу в старую башню. То что это такое? Все мешается. В это время Ксардос. Он сделает нам свиток. Мне кажется, у меня как будто очки прям грязно заляпаны. Либо мне кажется, либо я ничего не вижу. А Хармонин? А Ксардос? Я просто вспоминаю примерно, где что находится и что нам ближе, по сути. Мне кажется, нам ближе все-таки башенка. Башни Ксардоса как раз будет телепорт. Телепорт в... Куда? Правильно. К магам огня. Там можно и Гомеза убить. Но вначале мы оденем самую охренительную броню. Там, конечно, скелетов дохренища, но мы можем голема взять с собой. Дружка нашего. Не вешай нос, малыш, все хорошо. А, точно, он же бежит. Не хотел. Может, не хочу. А, открывайте мне дверку. Блин, все-таки, наверное, нам нужно было идти через лагерь на болотах. А сейчас мы как пойдем? Ой. В Кругаля. Ну ладно, пофигу. Камыши вот здесь растут. Водички скупаемся. Закаляемся. Вначале, значит, в башню пойдем. Потом, когда у нас еще будет хороший доспех, пойдем Хармонин сделаем. Самый такой квест неблагодарный, незаконченный. И потом вернемся к Сардосу, найдем Мильтона. Мильтон нам сделает, прочитает магический свиток. На нас обидятся все маги воды. И мы уже пойдем в последний путь. Пофигу, я сейчас уже ничего не буду подбирать. Мы уже все продали. Там что, мракорис, или мне показалось? Нифига. А можно? Может, его убьем? Ха-ха.
Ну да, да, жалко убивать животных, конечно. Но это игра. Я тоже сейчас подумала о популяции животных. Ну, нам относительно недалеко бежать с эликсирчиками. Надеюсь, орков здесь нет. Все истоптали. Ой, а мы ж туда не ходили с вами. Или ходили, или нет? Уютно. Поспать можно. Не ходили. Есть предположение, что здесь была сходка Диего, Мильтона, Горна, вот это вот их шайки. Лестера. Но это не точно, это просто я услышала. Да в Ютубе полно таких, полно информации об этом. Ненадолго хватает, надо еще купить будет. Попить. Тут? Нет, подальше. Ой. Да. Недалеко, конечно, он ушел. И построил себе новую башню. Ой, страшно. Так, у него где-то там заход. Заход изнутри. Вот, блин, а. Глупыха. Ой, сейчас. Вот же, вот здесь надо нырять. А, куда? Так, вызовем сразу голема, нашего друга. Теперь пойдемте. Сохраняемся, потому что жестко. Так, самое главное убить сейчас не этот, как его там, вот зомбаков. Блин.
Я бы одна не справилась. Ёпта мать. Замес жесткий. Сейчас мы его вызовем сюда. Телепортации. Все, погнали. Сохраняемся. Жестко. Вот с магией тяжелее. Там еще зомбаки будут сейчас. Пошли, 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 пошли. Пойдем налево. Ничего особенного. Уже интересненько. Вон бегут, смотрите. Уф. Атмосферненько, хорошо. Тут на втором этаже ярусе ничего нет. Вроде ничего нет. Так, ты уже не выберешься. Я уже знаю. Да. Вон два. Ой, еще зомби. Хорошо, что они медленно ходят.
вон еще два стоят. Класс. Ой, еще один ходит. Но он оттуда уже не выберется, мне кажется. Сундук. Тут у нас ничего особенного тоже. Эликсирчики. Опять какая-то подлянка, я уже чувствую. А тут? Вот какие мы стали красивые. Надо сохраниться. Мой папа говорит, место сохраниться, запрограммироваться. Вопрос, кого программировать? Опа! Урзель. Класс. Он будет еще сильней. Тут уже ничего особенного. А мы сможем выплыть? Короче, телепортом воспользоваться, чтобы не выплывать. Тут тоже кто-то есть. Нет, больше никого. Это что такое было? Ой, а мы сохранялись? Надо сохраниться. Сейчас к Сардосу обратно. Какие мы красивые в этой броне. Это самое лучшее в первой части. Мне больше во второй нравится. Откуда, интересно, у него такая броня? Ой, ой, ой-ой-ой. Никак не всплывет. Ты сможешь телепортнуться отсюда? К Сардосу, пожалуйста. Считает. Считает он. Сейчас мы ему скажем, что мы молодцы. Шестому кругу можно обучиться, кстати, у него. А ты нашел железные доспехи? Да. Да, я нашел их в одном из сундуков в затонувшей башне. Он принадлежал тому герою, который сражался с Уризелем против орков. Надеюсь, я буду более удачлив, чем он. Ты уже написал заклинание для передачи энергии рудной горы Уризелю? Да, оно уже готово. Но один ты не сможешь его прочесть. Почему? Его должен прочитать сильный маг, в то время, как ты будешь держать меч над источником энергии. Что ж, мне придется найти того, кто сможет мне помочь. Возьми заклинание и верни мечу всю его былую силу. Она тебе понадобится. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Я посвящу тебя в тайны шестого круга магии. Знай же, что только сильнейшие маги могут пройти посвящение в шестой круг. Не хочу, кстати, магию. Это смогут сделать те, чья жизнь подчинена одному знаку. Твой знак — объединение стихий. Овладев знаниями шестого круга, ты сможешь читать заклинания любой руны. Но не забывай, что не магия служит тебе, а ты магии. Спасибо. О.
как Ксардос. Это чё? Ага. Знаете, она тоже крутая. Но я все-таки одену ее. Ой-ой-ой. Купить у него эти... демона нашего любимого. Привет! Я... А что, демона нет у него? Как так-то? Может, шум наведем? Давайте. Сохранюсь. Опа. Нас уже встречают. Знал, что кто-нибудь попытается добраться до нас через пентаграмму. А как мы тут? Но в отличие от этого предателя, кузнеца Стоуна, ты нам больше не нужен. Где Стоун? За решеткой. А ты через минуту окажешься на полметра ниже. Взять его, парни! Порубить на куски! Давай, давай, давай! Пришло время расплаты! Настал твой час! Пощады не жди! Беги, беги! Настал час расплаты! Жестко нас встретили. И он, кстати, такой урезель достал. Типа, да, я его сейчас. Ага. Конечно, сейчас ты его. Я, кстати, обычных не буду трогать. Малышей. Ну, этих. Рудокопов всяких. А вот вот этих вот баронов. Их да, их я буду трогать. Гамеза сейчас убью еще. А Бартелла это как там его? Он тут где-то. Мы сейчас еще сундуки обворуем. Мое любимое занятие. Сейчас вначале тут в округе всех. У них сильные арбалеты.
попал все-таки. Фаерболы мы тут раскидываем. Где тут этот Бартелло? Пришло время расплаты. Уходи, 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 уходи. Уходи. Сильный меч, пипец какой. Как же его прикончить-то? Ой. Еще есть? Тут больше никого. Родригес. Баронище, блин. Невинных людей убили. Сейчас много ништяков. Ух ты. Вот это залежи. Книжонки, книжонки. Ой, как много у него всего-то. И огненный дождь есть. Кайф. Сохранимся. Богатство такое, конечно, да. Тут мы... Так, у Родригеса мы все забрали. Пока на нас никто не нападет. Удар... Удар лапы? А тут что? Тут у нас лаборатория. И все? И все. А тут у нас... Сундуки? Это не слишком интересно. Лево, лево. Про... Ой. Лево, лево. Лево. Так, так, так. Так, так. Право, право. Лево, 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 лево. Могущественное искусство, основы магии. Кроватка, сундук. О, класс, с первого раза. Дар богов, секреты магии, руда. Руда, вода. Кровать, может поспим? Давайте поспим до утра. Ты хорошо выспался. Так, а что у нас за книги-то? О, еще один сундук. Пропустила. Блин. Право, лево. Право, лево, лево. Нет. Я просто не хочу, ну, записывать на бумаге. Да, блин. Лево два раза. Лево два раза. Право, лево два раза.
одна право, потом одна право, одна лево. Так, что нам за книги дали, мне интересно. Во-первых, что это Крон с магом огня? Почтенный мастер Кариста, Сатурас, глубоко уважаемый мастер магов Круга Воды, убедительно просит вас помочь нам удержать конфликт между старым и новым лагерем в тех рамках, которые являются приемлемыми для обоих сторон. Поскольку именно вы являетесь ответственным за ежемесячные поставки руды королю, ограничение действий воров из нового лагеря должно быть и в ваших интересах. Далее мы также хотели бы быть уверенными, что старый лагерь больше не будет предпринимать шаги, ставящие под угрозу наши попытки избавиться от магического барьера, удерживающего здесь всех нас. С нетерпением ожидаю вашего ответа, Кронос, хранитель руды. И что ему ответили? А вот письмо. А, это начальное, короче, письмо, которое мы отнесли. И вот как раз это к Сардису было адресовано, а вот не Кариста, как изначально. Так, настоящую силу мы читали с вами? Да, мне кажется, да? Могущественное искусство. Мана плюс 9. Работа мага. Способность мага контролировать божественную энергию способна развиваться. Сначала она появляется как росток из зерна. Необходимо лелеять его, иначе он погибнет. Но как только побег окрепнет, появятся и первые плоды. С каждым днем эта способность будет расти все быстрее и быстрее. Вначале сила может быть малой, но дайте ей время, она вырастет до пределов, которые трудно предсказать. Направлять и оттачивать эту способность и эту силу до того момента, как она достигнет совершенства. Вот святая обязанность мага, потому как брошенное богами семя смертному принять и вырастить должно. Класс. Я думаю, я не буду здесь все читать. Я имею в виду вслух. Потому что отдельное видео получится. Тут не особо интересно. Четвертый круг, там описаны разные магии, которые мы можем использовать. Просто он опыт дает. Дар богов не сам щит. Далее, да. Секреты магии. Читали. Снова магии. Ну все. Все. Сохранится. Так, все. Все забрали. У него что-нибудь забрали? Да, забрали. Давайте этого шлепнем. У него сильный арбалет. Кто-то бежит. Вот они арбалетами, конечно, они сильней фигачат. Ой, как приятно. Звук приятный. Катер. Ой, кто-то стреляет. Барон сильный.
хорошо уносит нас. Сносит. Жесть, как сносит. Что делать-то? И быстро-то, главное. Может, тоже с него луком будем стрелять? Баронище. Так. Кого уж там убили? Это не я. Бароны. Стражники вора вот такие, ну нормально, чё, стоим, защищаем. Арто. Блин, там сейчас, блин, дофига будет. А, тут на залежи руды, я помню, помню. Сира. Гамуэс. Ты не должен был этого делать. Опа. Три татушки. Меч судьи у него? А нет. Ключ от камер, ключ Гомеза. Великой невидимости. Мощи. Гнев Иноса. Прикольно. Так. Ну, Резель у нас самый лучший пока что. Что мы можем одеть, надеть на себя, надеть, понятно? Одеть, надеть.
Арбалет чей-то валяется. Ой, извини. Колдовать запрещено. Теперь я тут главный. Блин, я случайно в нее попала, извините. Она мне под руку попалась. Суп из корней как раз. Про который я говорила. Ой, про который я делала видео. Ой, нет, нет, не садись. Отдохнуть решил. Быть может, ты и прав. А я это уже не моя проблема. Пустую. Подсвечники берутся? Почему вы не беретесь? Больше не хочу это слушать, скорее всего. А, может, так возьмете? Все отлично. Какая красивая картина. Не хотел бы я оказаться на его месте. Это кто, Рабар? Ну вот Рабар там, король. Оружейную всю сметем, продадим. Надеюсь, нас сзади никто не будет лупить. Жалко, что нельзя здесь подобрать доспехи. Какой кайф. Тут столько всего. Колдовать запрещено. Ух, я залипала в детстве на этих девочек. Просто не представляете. Блин. Зачем дверь ты стреляешь? Непонятно. Так, что здесь? Тут жил, походу, какой-то барон. Один из друзей Гомеза. Амулет духовной защиты. Обычные монетки, которые не ценятся. Бритва. Уютненько. Каминчик. Кровать у окна. Магическая руда. Книжку читал. Где тут? Магическая руда. Ну, понятно. Это да, это всем известно. Так, тут у нас покой Гомеза. О, господи. Надеюсь, меня не забанят. Да, да. Вот на эту девочку я больше всего залипала. Мягко сказать, залипала. Там было кое-что большее. Я просто сейчас не хочу ее как-то это немножко показывать, потому что, ну блин, это порнуха.
Обойдем ее так аккуратненько. Пускай она там сидит у себя. Вот. Что у нас здесь? Искусство боя. Искусство боя. Тут тоже ничего не дается. Тут тоже есть сундук. Амулет каменной кожи, пивасик, эссенция исцеления. У нас там был какой-то эликсирчик хороший. Бонус к силе. Чуть-чуть выпьем еще обычных эликсиров. Сохраняемся. И идем дальше. Сколько у нас тут по времени? Капец, время 2:30. Утра. Мне к 9 на работу. Ох. Что у нас здесь? Так, у нас пошли склады. Склады старого лагеря наворованные. А так я в основном писала на бумажке стрелки лево, право, лево, право. Но тут время терять не хочется. Ой, нам не нужны такие монетки. Соберем обычную руду. Все. Это прям антистресс, когда ты там собираешь. Вот это все. Жесть какая-то. Тут у нас вроде ничего нет. Ой, как-то я не так пошла. А тут у нас что? Тут у нас... Тут дверь какая-то. Ладно, идем наверх. Если что, обратно спустимся там. Посмотрим, что есть. Тут обычные какие-то сундуки. А, ну хоть кольца, я думала, фигня какая-нибудь. Ладно, продолжим воровать у Гомеза в следующем видео. С вами была Эйла, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите любые комментарии, мне будет очень приятно. Я вас очень всех люблю. Увидимся.